7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня два бутербродика, тоненькие кусочки темного хлеба, паштет домашний из говяжьей печени. Сам делаю соус майонезный и три оливочки я порезал и укропчиком посыпал. Вот такая красота. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 9.30, мой перекус. У меня сегодня вишневый штрудель. Это очень тоненькое тесто и много-много вишни. Очень вкусный пирог. Но он покупной, это не я делал. Я обычно делаю с лаваша. Тоже такой вариант низкокалорийный, как говорится, с лаваша. Потому что тут в покупном, я уверен, это вот это слоеное тесто используется, а в нем маргарин и так далее. Поэтому лучше из лаваша делайте сами. Чашечка черного кофе натурального, пол ложечки сахара. 14.00. На обед у меня самса собственного приготовления на индюшинном фарше. Сверху немного ткемали, укропчик и икра кабачковая. 18.00. На ужин у меня остался банаш закарпатский с луком и грибами белыми. Очень вкусный, брынзочка коровья. И я сегодня еще добавил сверху мясо. Как же оно? Бифстроганов сделал. Вот, это свининка, именно вырезка, нежная, красивая мяско в сметанном соусе тушеная. Очень будет вкусненько. И один вяленый помидор собственного приготовления. 21.00, мой вечерний перекус, две сливы и небольшая такая гроночка винограда. Мой домашний кефирчик собственного приготовления, вот такой густой, классный. Всем спокойной ночи. Нас на ютубе под хэштегом жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.